Уголовное дело против нардепа «Радикала» Сергея Скуратовского открыли в антикоррупционной прокуратуре. Об этом журналистам программы «Наши гроши» сообщили в ГПУ. В чем подозревают депутата, все подробности в материале. Журналисты программы «Наши гроши» выяснили, что нардеп «Радикала» Сергей Скуратовский 3 года подряд не декларировал строительный бизнес жены. Более того, едва журналисты заинтересовались народным избранником, фамилия супруги тут же исчезла из реестра Минюста. Также удалось выяснить, что нардеп зарегистрировал в своей квартире помощников, формальных владельцев его яхт-клуба и охотничьих угодий. Ранее стало известно, что семья Скуратовского совсем недавно владела яхтами общей стоимостью 10 миллионов гривен. Хотя сам нардеп заявлял, что эти элементы роскоши якобы были давно проданы. Ни одной яхты она не владеет. Был у меня баст. Ну, покажите. Его она, знаете, в каком роце? По-моему, в 2006-му была продана. В 2006 или 2007-м была продана, все. Удивительно, ведь судя по фотографиям из соцсетей, дочь Скуратовского, Бажена, отдыхала именно на такой яхте в 2015 году. А мы гуляли просто. Информация, которую публиковали журналисты-расследователи, заинтересовались в антикоррупционной прокуратуре. Досудебные расследования поручили детективам НАБУ.